Всем привет! Изучаем эликсир Феникс. Видео скорее памятка самому себе, чем какое-то полезное видео. Значит так, будет тема про хеширование, что здесь важно. Мы как-то разбирали уже, каким образом осуществляется тестирование, аутентификация, каким образом можно создавать юзера. В принципе, видео есть, но там мы проверяли, каким образом вообще мы осуществляем аутентификацию и пропускали юзера к каким-то конкретным страничкам. Правда, я не сохранял в эту базу данных юзеров. Я сделал базу данных in-memory и просто по-простому, чтобы показать общую идею, общий инструмент, что каким образом мы вешаем плаги, с помощью которых мы ограничиваем юзера доступа к конкретным страничкам. И через эти плаги мы вешали вернее мы не вешали мы в куки подцепляли нужную информацию, чтобы юзер больше не вводил 1000 раз пароль, а просто ему передавали информацию, что это наш юзер, и используя эти плаги, мы... То есть комбинации плагов плюс куков мы позволяли юзеру входить на определенные странички. Но когда юзер первый раз заходит, хотя нет, даже по-другому, вот у нас есть новый юзер, он хочет зарегистрироваться, так? И вот именно этот момент я предлагаю обсудить. Когда юзер хочет зарегистрироваться. У меня здесь возникли некие проблемы, о которых я чуть позже скажу, из-за чего я именно снимаю как некую памятку, чтобы потом это дело переделать и чтобы помнить, к чему подцепиться. Видео будет коротким. Значит так. Вот у нас есть очень простая модель email password, то есть юзера. Я делаю, значит, когда я пытаюсь сохранить юзера, да, мы что делали? Мы создавали chainset. И именно мы любые данные, базу данных, сохраняем через chainset. Многие из вас должны знать, что пароль в чистом виде, каком нам юзер отдал при регистрации, мы не сохраняем. Мы его сохраняем в каком-то захешированном виде. Причем не просто захешировано, а с использованием какой-нибудь соли. То есть мы берем пароль юзера, добавляем к нему соль. Классические соли — это мы какое-нибудь переменное окружение заводим дополнительно, храним ее где-нибудь, и каждый раз, когда юзер у нас новый, мы подцепляем к этому паролю эту соль и хешируем эту комбинацию. И в итоге мы все сохраняем в базу данных. И теперь нам нужно добавить вот этот механизм хеширования непосредственно перед сохранением базы данных. То есть мы будем брать пароль, который нам прислал юзер, и сразу его переводить в хешированный вид. Для этого обычно заводят какую-нибудь, например, дополнительную функцию, которая будет непосредственно изменять тот пароль. Допустим, юзер прислал какой-нибудь пароль. Ну, супер пони. Вот его пароль. И мы этот пароль трансформируем в что-то типа, ну, не знаю, как там зашифровывается все, в зависимости от алгоритма, который вы используете. И там будет длинная запись, вот такая непонятная.
То есть нам нужно будет вот пароль, который писал, зашифровать. Вводим дополнительную функцию, которая будет принимать чинсет. То есть мы ее вклиним в ту функцию, общую чинсета. И которая делает следующее. Если чинсет, то есть для начала, если вот эти функции cast и validate require прошли, то к этому моменту, вот к этому моменту, у нас будет act, changeSet, valid, поле true и changes. То есть я просто потормачу и кладу изменения в изменения. То есть я изменяю вот наш changeSet, изменяю поле password и использую библиотеку bcrypt, хэш и функцию, которая нам в итоге сгенерирует данную соль. А если у меня вот этого не было, это значит фактически, что у меня там valid fails. Ну или в любом другом случае. Хотя и в других случаях не должно быть. Valid fails. И тогда я просто возвращаюсь changeSet. То есть мне не нужно делать дополнительную работу по хэшированию. Хэширование только тогда, когда данные хоть как-то для начала корректны. Теперь, что касается вот данной библиотеки. Данной библиотеки, что тут нужно знать обязательно? Для начала, все это подключается через две библиотеки. Камионин, хотя камионин не понял зачем мне сейчас. Камионин это вообще стандартная библиотека, которую мы используем именно для хэширования. Behavior High Level Password Hashing Function. То есть это некая общая комбинация. Ладно. Вот мы подключили вот эти функции, эти библиотеки. И в итоге у нас будут доступны функции, которые делают это все хэшируют. Способов хэширования. Существуют разные, да, разные есть эти, как их называют-то, разные алгоритмы, в общем, есть. Так, как здесь гиту-то перейти, а? Ладно, неважно. Вот мы подключили, самое главное, подключили, да, и если вы попытаетесь сходу компилировать, к сожалению, у вас не получится, как и у меня не получалось. Будет выполняться следующее. То есть could it not compile dependency, бла-бла-бла. You can recompile, но на самом деле это не помогает, то, что вы там recompile. Здесь почему не помогает? Потому что данные библиотеки. То есть вот это bycrypt, они внутри используют нифы. То есть вам нужен, многие из вас знают, наверное, что Elixir использует Erlang, а в Erlang некоторые функции для эффективности, они пишутся через языки C, через C языки. Не знаю, какое именно, но вот через C язык. И вот этот C язык нужно компилировать, как я понял. То есть там есть вот такие, скажем так, некие низкоуровневые функции. И поэтому нужно будет, вот я столкнулся с этой проблемой, то есть вот не может, could it not compile, то, что у меня было. Вот человек тоже пытался с этим работать. И you probably need a Visual Studio. То есть нужно подключить то, что вам будет компилировать в итоге. Я не являюсь этим C-экспертом, не знаю, что вот как по минимуму скачать, чтобы у меня все это дело компилировалось.
когда я попытался посмотреть Visual Studio, там мне предлагают забабахать. Короче, очень много гигабайт устанавливать. Мне это дело не понравилось, поэтому я бросил это дело и просто посмотрел, что важно. Значит, нам нужно библиотеку, нам нужен инструмент, с помощью которого у нас компилируется данная библиотека. Потому что данная вот эта вот библиотека, BigRib, да, BigRib, она использует в своей работе нифы, так называемые низкоуровневые вещи, которые написаны на C. И чтобы их скомпилировать, нам нужен на Windows, по крайней мере, какой-то инструмент, с помощью которого мы сможем это сделать. Вот здесь вот предлагаются разные решения по типу Visual Studio, как это, CGVin, например, MySysTool. И если мы вот здесь еще почитаем, то require, и здесь то же самое мы увидим, то есть в данной библиотеке, что Easy option to install recent version. То есть вот эту фигню установить себе, и у вас все заработает. Ну ладно, теперь дальше поехали. То есть вот мы установили, поняли, в чем проблема, по крайней мере на Windows. Те, кто у кого Visual Studio, по идее все будет работать на ура. Такс. Вот теперь мы умеем хэшировать. Пароль. И в итоге у нас все это будет сохраняться в базу данных. Хорошо. Базу данных как-нибудь сохраните, да? Теперь второй важный момент, о котором я хочу здесь еще поговорить, это допустим, у нас есть некая страничка формы, да? Некая страничка формы, с помощью которой юзер передает, вот он уже зарегистрировался, но теперь он хочет войти. То есть он передает e-mail и паспорт. Что мы должны сделать? Мы должны сперва из базы данных достать данного юзера по e-mail. В Ecto, в библиотеке Ecto есть такой удобный метод getBy, то есть мы сюда просто передаем тип struct и поле, по которому мы ищем. Я здесь передаю email, потому что у меня email я изначально делал уникальным. Здесь еще важно подметить, что вот эта функция uniconstraint, по факту она срабатывает только когда идет непосредственное взаимодействие с базой данных. То есть у вас change-chat и поле вот на valid только когда был непосредственно контакт с базой данных. Ладно, дальше. Вот мы достали юзера. Если у нас юзер getBy не существует, то есть nil вернет, то мы возвращаем вот такой tuple error. И я решил вот так вот, например, можно сделать is authorized и описание ошибки. А если юзер, то я должен, опять же, пользуясь той библиотекой BigRib, там есть такой замечательный метод verifyPass. VerifyPass, я, кстати, по-моему, даже неправильно его использую здесь. Вот verifyPass, давайте вот verify pass, то есть хэш плюс хэш. Значит, хэш. То, что нам пришло. И то, что базе данных. То, что нам пришло. Значит, здесь user password. И так, я туплю. То, что в базе данных. Вот это то, что в базе данных.
вот здесь вот user pass, а здесь непосредственно тот пароль, который пришел. То есть вот этот вот. Давайте еще раз посмотрим, что-то я затупил. Да. То есть пароль, который пришел, и который пароль у юзера. Вот мы сравниваем, и в итоге у нас может быть два варианта. Либо true, либо false. Ну, собственно, true или false. И в зависимости от того, true или false, отдаем, также предлагаю вот отдать такой тупл, okay user или error и ошибку. Теперь вот данную функцию можно использовать непосредственно в наших контроллерах. Вот, допустим, в контроллере есть какой-нибудь метод, который непосредственно приходит вот эта информация от юзера. То есть там есть форма логина, пароля. То есть это обычный экшен. Вот он ввел юзер, и мы, используя вот эту вот функцию Authenticate by email, да, просто проверяем. И дальше идет процесс сопоставления с образцом. Если юзер такой существует, то мы кладем сессию данного юзера. И configure session renew true. То есть вдруг у нас юзер зашел еще раз. Ну, с другой машины. И мы его перенаправляем. А если ошибки, то мы высвечиваем сообщение и перенаправляем куда-нибудь еще, например, на страницу логина. То есть вот такой вот примерно план. Давайте коротко подцепляем библиотеки. Нужен обязательно инструмент, который будет компилировать наши нифы. Это, например, можно подключить Visual Studio. Дальше нам нужно, когда мы сохраняем юзеры, изменить наш chainset, в котором надо добавить функцию, например, encrypt password, ну или хэш, который у нас закодирует паспорт определенным образом. Мы здесь используем метод хэш pvdsold и просто передаем паспорт. И это у нас сохраняется в базу данных. Затем нам нужна еще дополнительная вспомогательная функция, которой мы будем сравнивать email и пароль. И в зависимости от того, допустим, для начала юзера вообще есть ли такой юзер, то есть это первый кейс. А второй кейс — это мы уже сравниваем непосредственно пароль. И затем эту функцию используем в наших контроллерах непосредственно. И здесь какой-нибудь ответ мы отдаем. Пожалуй, на этом все. Вот такая памятка самому себе. Ну и кому-нибудь может быть полезно. Все же никакого реального действия, ничего запустить я не могу. Нет у меня Visual Studio. Пожалуй, все. See you next time.